«Мама, будь побач со мной заусёды». Гэта девиз вечарыны сустрэчы, адначасова самая жаданая мара, якая объединяет усіх без выключения выхаванцаў гомельскага дитячага дома. Шира и глубокая дитячая надея на хуткое уз'яднанне со своими родными батьками просочивается у песнях, вершах и пожаданиях. «Самую любимую на свете мам мы пожелать хотим теплого солнечного света, долгих лет и зим». Сегодня в гомельском дитячем доме выховывается 93 дитяти в возрасте от 3 до 18 годов, которые опынулись тут по разных причинах. Для ребят створены комфортные и утульные умовы. С ними работают высококвалифицированные, головные, добросердечные и спогадливые специалисты. Однако, навод все это не здольно цалком пополнить недохоп матчины любови и клопоту. Встречу с батьками дети завсёды чакают с великой радостью и нетерпением. Накануне встречи тысячи вопросов. А моя мама придет, а мою маму приглашали. Это не просто праздник для детей, но это еще и возможность нашим детям теснее контактировать с родителями и, наверное, приближать день своего возвращения в родную семью. Подобная встреча детей и батьков у гомельском дитячем доме ладится с 2008 года. Они завсёды проходят у теплой душевной атмосферы, организуются с метой мотивовать дорослых изменить свой лад життя, да помогчи им наладить отношения со своими детьми, обудить у их батьковские почути и махчима раскрыть вожжи на то, что семья и дети – это головные житевые каштовности. Наша задача – показать сегодня, какие у них умные, талантливые, красивые дети, которые всегда их любят и ждут. За апошние 8 годов, дякуючи подобным встречам, 37 выхованцев гомельского дитячего дома вернулись у 25 биологичных семьев. Летость 5 ребят уз'ядналися со своими родными батьками. Але десятки хлопчиков и девчинок по-ранейшему застаются у стенах социальной установы без своих мам и тат. Штодня они засынают и прочинаются с надеей, что одной чи батьки вернутся за ими назавжды. Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».